С нами находится защитник хоккейной команды «Хумо» Станислав Боровиков. Станислав, приветствую. Приветствую. Добро пожаловать в Петропавловск. Поздравляем вас с победой. Спасибо большое. Коротко, ваши комментарии по двум прошедшим играм. Хорошие две игры, в принципе. Мы тяжело так вкатываемся в чемпионат, потому что была большая пауза между играми с чемпионата Казахстана и началом чемпионата. Вот, сюда немножко долго добирались, поэтому, видимо, первая игра немножечко прошла не очень успешно в нашу пользу, а вторую немножко добавили и победили. Скажите, пожалуйста, в первой игре поражение, сказалась ли акклиматизация, то, что приехали в Северный Петропавловск, в Северный Казахстан? Да, ну, никакой акклиматизации не было, просто сами немножко не реализовали свои моменты, поэтому тяжело выиграть, когда не забиваешь голы. Что было продиктовано на сегодняшнюю игру? Какая-то тактика, схема? Да, конечно, у нас на каждую игру есть схема, выполнили тренерскую установку, поэтому победили. Ну и последний вопрос. Передайте привет вашим болельщикам, которые наблюдают за вами. Да, спасибо большое, кто болеет за нас. Болельщикам огромный привет. Ждем, конечно, домашние встречи, чтобы порадовать болельщиков новым сезоном. А так, всем привет. Спасибо. Спасибо.